светлое, доброе, разумное, вечное. Вот. Значит, я хотел сделать с вами подробную, такую хорошую, плотную работу, где мы просто поработаем с психологическим состоянием, повосстанавливаемся с вами, повосстанавливаем ресурс, вот, поделаем какие-то интересные вещи, вот, просто для вот вашей гармонизации. Значит, вот в эти дни я все время наблюдаю каких-то людей, там психологов, эзотериков, которые начинают рассуждать о психологических там, или эзотерических причинах конфликта, вот, которые там рассказывают о каких-то там проблемах мировой стратегии, почему это все привело, какие законы мироздания за этим стоят. Каждый раз, когда я такое наблюдаю, я вижу человека, у которого просто не развита эмпатия. Или говоря там эзотерическим языком, сердечный центр. Если человек, обладающий какими-то техниками, вместо того, чтобы помочь людям и рассказать им, что делать, начинает философствовать и рассказывать, в чем метафизическая причина всего, что происходит, то очевидно, что он это делает не для людей, а он делает для себя. То есть любому человеку нужно объяснить себе, что во всем, что происходит, есть какая-то причина, высший смысл. Это дает некое ложное чувство контроля над происходящим. Вот когда люди рассказывают, что в этом там исторические процессы, необходимость, но все это к лучшему, там геополитика, плохая карма. Вот. Каждый раз, когда люди это пишут, они пишут не для тех, кому они хотят помочь. Они пишут это для себя. Когда люди говорят, что нужно обладать осознанностью, но пишут такие вещи, они, значит, не понимают, что они пишут. Что все, что они пишут, это всего лишь попытка совладания, рационализации и попытки обретения контроля. К сожалению, такое мы видим, то есть, ну, очень много. У меня, то есть, там, ну, принцип, то есть, люди, которые рассуждают в сложные моменты кризиса о том, там, что происходит, и все равно, что объяснять людям, там, не знаю, в беде, что у них плохая карма. Вот. И если можешь, вот, то не объясняй людям, в чем там, не знаю, глубокая метафизическая причина. Это поможет не им. Это всегда делаешь для себя, для своего, от своей слабости и желания совладать с ситуацией. Поэтому, если вы такое замечаете, всегда понимаете о том, что это говорит о нехватке уровня человека. Вот. Толковые люди в сложные моменты не философствуют, а выдают что-то, что поможет другим. Согласны со мной? Вот. Значит, вот. Это просто, то есть, если человек говорит, что у него там, не знаю, высокие духовные достижения, ну какие у тебя высокие духовные достижения, если ты не хочешь почувствовать, что чувствуют другие? Вот. Если люди вам рассказывают про глубинный эзотерический опыт, что у них 50 воплощений там, но они не понимают, что люди чувствуют на войне, то этот эзотерический опыт не более чем фантазия. Или был этот человек бюргером там, да? Значит, 60 поколений. Вот, значит, смотрите. Различные школы прошлого, у них были задачи восстанавливать ресурсы и учиться себя хорошо чувствовать в самых ужасных условиях. А условия, в которых люди жили в прошлом, то есть были реально ужасными. То есть если была война, то это там могли вырезать всех или продать в рабство. Если это эпидемия, то не было там каких-то средств. Да? То есть вот, это люди постоянно жили в условиях, то есть где там, ну, смерть все время ходила рядом. Соответственно, то есть представьте себе, что были задачи, как же людям практиковать и заниматься практикой даже в такое время. И, собственно, традиционные системы наработали немало способов, чтобы такие вещи решить. Проблема в том, что некоторые высокие практики, которые позволяли человеку достичь освобождения от любых страданий, занимали огромное время. Поэтому всегда были какие-то практики, значит, относительно легкие. То есть мы с вами уже делали сколько-то раз. Я хочу просто, может быть, это видео выложить для всех, кому будет нужно. То есть практики легкие, которым человек мог следовать, даже не обладая высоким уровнем. Почему? То есть в сложные моменты, когда идет очень стрессогенная ситуация, если она длинная,
да, то у человека должно быть что-то очень надежное, что он может контролировать всегда. Контролировать свое сознание, как вы понимаете, может человек далеко и не всегда, это уже требует от человека уровня. Да? А что человек может контролировать почти всегда? Что человек может контролировать практически всегда? Эмоции? Нет. Эмоции нет, конечно. Эмоции, контролировать эмоции – дыхание. Дыхание и как-то напряжение и позиции тела. Значит, у обычного человека эмоции всегда отражаются на дыхании и на теле. Эмоции всегда вызывают или напряжение, или отсутствие напряжения в каких-то местах. И любая эмоция практически отражается на дыхании. Поэтому в традиционных системах людей учили прежде всего возможность сохранять дыхание, потому что дыхание – это мостик между сознанием и телом и сознанием и эмоциями. Ну, понятно, да, по-моему? Вот. В наши дни работать с дыханием большинству людей неинтересно. Однако, в традиционных системах, обучение дыхательным практикам шло некоторой базой, потому что дыхание – это то, что с вами всегда. Вы никогда не бываете в наступ. Вы бываете, допустим, представьте себе, что вы встревожены, вы не можете сосредоточиться, вам больно, вас попала вражеская стрела, монголы там наступают на город. И возможно, что вы не можете сесть и успокоить свои мысли. Вы не всегда можете там заняться глубокой осознанностью, если вы там не практик высокого уровня. Но почти никогда не бывает так, что вы в сознании, но что вы не можете удлинить немножечко вдох или выдох. Согласны? Теперь, чем хорошо еще дыхание? Дыхание – это объект, который всегда с вами. Вы всегда можете сосредоточить на нем внимание. Ну, кроме тех случаев, когда вам очень больно дышать. Но надеемся, что это не так. Поэтому, значит, смотрите. Ваша практика во всяческие сильно стрессогенной ситуации должна включать в себя следующее. Это владение техниками, которые позволяют вам правильно дышать. Я сейчас расскажу, что такое правильно. Владение техниками, которые позволяют вам снимать напряжение в теле из эмоций. Значит, и в первую очередь это напряжение в лице, спине и грудной клетке. Владение какими-то простыми психотехниками по работе с сознанием, которые позволяют отслеживать мысли и убирать негативные доминанты, владение какими-то техниками, которые позволяют среди стрессогенной ситуации настроиться на радость. Вот. И то есть важно, что такие техники должны быть простыми. То есть я какое-то количество уже с вами рассматривал. Сегодня мы поработаем с какими-то простыми техниками. И на самом деле то есть эти техники являются частью адаптации традиционной. Окей. Значит, первая часть. Первая часть у каждого человека, то есть это наблюдение напряжения. Значит, смотрите. Любые эмоции практически всегда отражаются на дыхании и отражаются на мимических мышцах. То есть там на гнев человек поднимает бровь, на печаль такое, да, то есть там человек сжимает челюсти, человек сжимает горло, чтобы что-то не высказать. Человек все время куда-то смотрит в одну и ту же точку. То есть лицо и двигательная кора, связанная с лицом, занимают большой участок в коре головного мозга. Поэтому многие люди даже не понимают, как много у них напряжений в лицевых мышцах. Я предлагаю всем начинать, на самом деле это как для ситуации стрессогенных, так и не стрессогенных, то есть начинать свой день с просто проработки напряжений в лицевых мышцах. Понятно, да, зачем и как? Ну, хорошо. Теперь, обычно человек, то есть теперь я попрошу вас прикрыть глаза и пройтись вниманием по спирали, вот так, от макушки до шеи, а потом от шеи до макушки, по своему лицу, и попробовать почувствовать, где
В вашем лице есть напряжение. Вот сделайте это, пожалуйста, и напишите мне, где вы чувствуете напряжение в вашем лице. Челюсть, лоб, глаза. То есть смотрите, на самом деле человек большую часть напряжений в своем лице, если он неопытный практик, не замечает. Почему? Он носит их постоянно, и поскольку он носит их постоянно, то он не понимает, что оно все время было напряжено. Поэтому, вот, да, значит, поэтому делаем простую вещь. Первое, взяли и по краю бровей. То есть почти все негативные эмоции приводят к тому, что вы сводите брови. Да, есть мало эмоций, где вы брови разводите. Да, попробуйте развести брови, у вас нет для этого мышц. От кончиков бровей проводим, значит, какое-то количество раз. К краю. Да, в каких-то традиционных системах это все бы называлось там красиво, типа чистка небесной крыши, да, или чистка там вот, вот там чего-нибудь еще, там ставен небесных окон. Но нам это не важно, то есть мы просто массируем. То есть именно медленно, нежно давим, как будто бы вы раскатывали тесто. Вот, окей, есть. Угу. Так, дальше. Значит, при любых негативных эмоциях вы, значит, обычно привыкаете смотреть в какие-то точки, а в какие-то точки смотреть вообще не привыкаете. Человек все время погружен в себя, значит, он не смотрит вверх. Человек все время, там сказать, в негативных воспоминаниях или планированиях смотрит в какую-то точку, свойственную ему. Глаза, значит, обычно там назывались в старых традициях даосских солнце и луной, и мы как бы сейчас там освобождаем солнце и луну. На человеческом языке мы просто выполняем практику вращения глазами. Попробуйте сейчас повращать глазами по часовой стрелке 6, 8, 10 раз. Против часовой стрелки. Теперь быстрое движение глазами. Влево-вверх, вправо-вниз. Вот. Обратите внимание, движение глаз часто вызывает напряжение в челюстях. У кого вызывает? Надо расслаблять. Как сейчас ощущение? Вот после того, как подвигали глаза, есть некоторая свежесть, ну, как будто мысли свободней? Не обязательно. Что-то отпускает. То есть, да, это на самом деле то, что я показал вам, если двигать глазами, на самом деле сейчас делайте ради интереса такую штуку. Я засеку 30 секунд. А вы подвигаете глазами просто 30 секунд в одну сторону, 30 секунд в другую. Давайте. Вот я 30 секунд засек, а вы подвигаете, увидите эффект. Ну и можно поменять в другую сторону.
Хорошо. Как ощущения сейчас? Изменилось что-то по состоянию? Да, это может быть. Вот теперь смотрите внимательно. Обычно вот вы услышите от всяких людей, по-разному понимающих традиционные практики, фразу «пребывайте в настоящем», «пребывайте в моменте». Что такое пребывать в моменте с точки зрения движений глаз? Что такое пребывать в настоящем? Почему прямо? Окей. Пребывать в настоящем с точки зрения движений глаз – это неподвижный взгляд или как раз двигающийся, если это во внешнем мире? Двигающийся, правильно? Пребывать в настоящем, если вы не следите за ощущениями, это изменяться вместе с изменениями. Поэтому вот одна из вещей – побросайте мячик из ладони в ладонь, отслеживая. Последите за двигающимися объектами. Когда глаза двигаются, вы отслеживаете момент, объект настоящий. Это значит, что в этот момент вы меньше в прошлом или в будущем. Уже это изменит ваше состояние. На каком-то этапе Фрэнсис Шапира придумала технологию работы со всякими стрессовыми переживаниями, EMDR, Eye Movement Desensitization Reprocessing, да, то есть вот десенсибилизация за счет движения глаз. То есть, где по сути, то есть, если вы в точке прошлого или в точке будущего, это остановленный взгляд. Если вы вне времени или в настоящем, но не на зрении, не на внешнем мире, а на теле, то есть, то это остановленный взгляд. Двигающийся взгляд на внешнем объекте, отслеживание его, это пребывание в настоящем, который даст вам уже способ достаточно простой работать со своим состоянием. Ну, нет, на самом деле, смотря ТВ, вы не уходите из настоящего. Вы пребываете в настоящем, просто у вас внимание не на себе, а на той реальности, которая есть. Если вы отслеживаете, как там герой с кем-то сражается, и у вас взгляд перемещается, то как бы вы на самом деле, ну нельзя сказать, что в своих мыслях или в будущем. Вы просто погружены в ту реальность. Но с точки зрения, в каком времени вы находитесь, это скорее в настоящем. Кроме того, у телевизора есть одна особенность. В телевизоре не вы управляете своим вниманием, а им управляет оператор, который показывает вам определенные кадры. Поэтому телевидение вы уходите немножко из настоящего, потому что не вы управляете взглядом, а фокус камеры управляет вашим вниманием. Понятно, Андрей, да? Эту байку придумали НЛПисты. Что человек смотрит, когда планирует влево, когда вспоминает, смотрит вправо. Это у каждого человека на самом деле свой паттерн, и он не обязательно один и тот же. Но у каждого человека скорее может быть индивидуальный паттерн, куда он привыкает смотреть, когда о чем-то думает. Освобождение глаз, то есть освобождение солнца и луны, то есть вот у вас уже дает некоторое большее присутствие в настоящем времени. Есть? Понятно? Как можно использовать? Просто даже бегающий взгляд. Вот побегайте взглядом по предметам, побегайте, не останавливая взгляд. Вот сейчас возьмите комнату и просто вот побегайте взглядом, то есть по предметам. То есть, ну, чтобы взгляд вот бегал по предметам хаотично. То есть, переходя с предмета на предмет, вот, но ни на каком долго не задерживаясь. То есть, предмет, взгляд скользит по предметам, но не задерживается ни на чем долго. То есть не больше полусекунды, третьей секунды на каждом предмете, но не просто, но именно на каждом предмете, то есть фиксируются просто очень короткие промежутки времени, и предметы пускай будут в самых разных направлениях: лево вверх, право вниз. То есть мы освобождаем глаза, а вместе с глазами освобождаем определенным образом сознание. Как ощущение эмоциональное? Есть много старых баек НЛП, которые проблема была не в самой идее, а в том, что некоторую вещь, которую надо выделять экспериментально, предложили всем как догму. Хорошо, вот в этом состоянии сознание стало свободней.
Есть. Теперь смотрите. Освобождаем губы. Взяли себя за губы. Двигаем право-лево. Вверх-вниз. Вперед-назад. А потом массируем зубы. Именно массируем зону десен. Массируем зону десен. Тоже не пожалеете. Вот. Теперь ведем к челюстным стыкам, массируем их, а потом делаем такую вещь. Кончиками пальцев поддерживаем немножечко челюсти, как будто мы пытаемся вот мышцы, которые отвечают за челюсть, легонечко пальцами толкнуть вверх. И держим. Если вы правильно держите, давая силу в том же направлении, в котором мышцы работают, вы почувствуете, что пальцы как бы туда погружаются, погружаются, погружаются. Пока не почувствовали, что они как в масло погрузились вот в эти мышцы. И отпустили. Теперь легонечко постучали нижними зубами о верхние. И взяли себя за челюсть. И играем щелкунчика. Представляем себе, что у вас орех. Окей. Как ощущения сейчас эмоциональные и в лице? Хорошо? Нет, звук должен быть. Звук есть, да? Звук есть? Есть, отлично. Окей. Теперь язык, который называли, вот, соединение языка с верхним небом называлось в некоторых даосских традициях всякий сорочий мост, но опять же, мы там сказать не называем вещи красиво, просто размассируйте точку под языком. И размассируйте нос, вот просто его пошевелите. Как сейчас лицо? Теперь смотрите. Значит, знакомо ли вам, что в моменты стресса и сложных ситуаций человек как бы вот, что его глаза не хотят видеть то, что вокруг, его уши не хотят слышать то, что вокруг, нос обонять, да, там, значит, а губы говорить. К чему это приводит, понятно, да? Но у вас нет никогда такого, что вы как бы внутренне чувствуете, я не хочу это видеть, я не хочу это слышать, я не хочу. Вот.
там, в случае истерической слепоты или снижения слуха, то есть они их полно. Почитайте там какого-нибудь замечательной книги Платонова «Слово как физиологический лечебник и лечебный фактор». Да? Первая книга по психотерапии в русской традиции. Теперь смотрите внимательно. Растерли ладони. Первая часть. Положили их на глаза. Попробуйте почувствовать и представить, что ваши глаза становятся большие, что ваши глаза становятся как вот этих собак из Андерсена. Помните, одной были как плошки, у другой как тарелки, у третьей как мельничные колеса. Вот ваши глаза увеличиваются в размерах. Вот. И ваша формула. Пусть мои глаза раскроются, чтобы я мог видеть красоту мира. Обычно вы будете чувствовать, что мысленно вам проще увеличить, допустим, правый или левый глаз. Сделайте так, чтобы было легко увеличить и правый, и левый. Коснулись руками ушей. Тепло идет к ушам. Вот. И формула. Пусть мои уши откроются, чтобы я мог услышать красоту мира. И чувствуете, что ваши уши растут, 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 становятся большие, как у слона. Нос. Коснулись. Тоже ноздри. Раскрываются, раскрываются, раскрываются. Некоторая формула, что пусть ноздри откроются, и мой нос, чтобы я мог обонять красоту и благодать этого мира. Направили внимание на губы. Представляем, что ваш рот становится очень большой. Вот, причем не только здесь, а вот до челюстей. Важно, не только губы. До челюстей рот становится очень большой. Как у кита. Что вы можете там, не знаю, весь мир проглотить. Что да откроется мой рот и мои уста, чтобы я мог вкушать благо мира и говорить добро. Ну, как ощущения? Сейчас просто осмотритесь. Изменилось что-то? Вроде бы очень просто, правда? Просто вот становится светлее, да? Но кто почувствовал, что стало больше света? Хорошо. Хорошо. Освободим шею, пожалуйста. Подняли плечи, чтобы сделали из них как такую, знаете, подушку, на которой люди спят в самолетах. И катаем. Ухом, затылком от левого плеча к правому плечу. От правого к левому. Окей. Теперь смотрите. Значит, важно. Если кто-то из вас смотрел китайские диаграммы, то знаете, что они рисовали на месте трахеи? Вот в даосской картинах, где изображался микрокосм. Они рисовали что-то, что им в архитектуре напоминало трахею. Как вы думаете, что в китайской архитектуре напоминало им трахею, уважаемые знатоки? Кто знает, вот... Какой червячок? В архитектуре.
Пагода. Правильно, Сергей. Пагода. Бамбудону пагода. Пагода. Теперь мы чистим с вами, если бы вы были Даос, мы бы сказали, что мы чистим небесную пагоду. Вот возьмите, растяните немножечко шею и промассируйте себе трахею, ну как бы насколько можете гортань. Легонечко можно по ней постучать. Вот. Окей. Теперь смотрите, когда вы промассировали гортань, закрыли глаза и делаем дыхание гудящее, то есть на выдохе гудим. И вот это гудение... Вот, да, то есть вот оно должно прогудеть вам всю гортань, начиная отсюда и до как бы небесного моста. То, что и в этом это вам, там сказать, можно это сделать, даже не называя это, что какие-нибудь там черные пчелы там, вот, там очищают небесный дворец, да, то есть вам это все не нужно. То есть просто прогудите от гортани до вот верхнего неба. То есть вдохнули. Важно, что вы должны играть со звуком, направлять его в заднюю часть гортани, в переднюю, в верхнюю, в нижнюю, что эта вибрация должна направиться в уши, прогудеть весь череп. И попробуйте в этой вибрации раствориться, что ваше сознание заполнено вибрацией, и кроме вибрации нет ничего. Угу. Давайте. Гудим. Не ленимся, гудим хотя бы минутку. Прогудите, прогудите горло. Вот. Можете чувствовать, что если вы там Даос, что вы очищаете небесную пагоду или играете на небесной флейте. Меняйте высоту звука, прогудите ее всю. Гортань должна быть размята, и вы должны чувствовать, что гудение проходит свободно. Ну как вам? Вот, получше. Почувствовали, да, что что-то расслабится, есть некоторая целостность, да? Теперь смотрите, еще одна забавная техника, называется удар в небесный барабан. Вот сделайте вот так пальцы, поставьте, сделайте вот такой щелчок. Есть? Щелчок получился вот этот. Теперь смотрите, мы накрываем ладонями уши, только чтобы вы могли меня слышать. Пальцы соединяем и себя щелкаем вот, ну, по костям затылка. То есть вы вот так щелкаете себя 6-10 раз, аккуратненько, пойдет некое гудение в барабанные перепонки, активизируются определенные вещи в черепе, это тоже очень благотворно влияет на многие вещи. Просто сделайте, смотрите, сложили уши, сложили вот так, а потом как бы положили руки и как бы пальцами вот так себя
ударяем вот по костям черепа, то есть ваша голова становится большим барабаном. Сделайте это сколько-то раз. У кого сейчас, ну, как бы есть простуда, лучше открыть рот на этой практике. Как ощущения? Пошла некоторая бодрость? Вот, хорошо. Старая даосская техника. Теперь смотрите, немножечко с вами освобождаем грудную клетку. Значит, теперь смотрите, грудина в норме должна у человека двигаться трехмерно. То есть она трехмерно должна двигаться наружу. То есть есть движение в стороны, вверх, вперед. И трехмерно она должна идти внутрь. Когда есть какой-то эмоциональный зажим, какая-то часть грудины, вы убедитесь, не двигается или вперед, или назад, или вверх, или вниз. Понятно? Вот. Значит, смотрите. Кладем руки на первую пару ребер в районе ключиц. Вот. Мы вдыхаем и убеждаемся, что пальцы на вдохе отошли друг от друга. А на выдохе соединились. Теперь мы вдыхаем. Пальцы на вдохе что-то толкнуло вперед, а на выдохе... Помогите, они ушли внутрь. И пальцы на вдохе ушли вверх, на выдохе вниз. Сделали вторую пару ребер, надавили. На вдохе в стороны, на выдохе друг в друга. На вдохе вперед, на выдохе назад. На вдохе вверх, на выдохе вниз. Следующая пара ребер. На вдохе в стороны, на выдохе друг к другу. На вдохе вперед, на вдохе назад, на вдохе вверх, на выдохе вниз. Дальше. На вдохе в стороны, друг к другу, вперед, назад, вверх, вниз. В стороны, друг к другу, вперед, назад, вверх, вниз. В стороны, друг к другу, вперед, назад, вверх, вниз и совсем так донизу. Хорошо, положили руки на нижние ребра. И нижние ребрами, когда вдыхаем, расталкиваем руки в стороны. То есть большие пальцы касаются области почек, ладони касаются нижних ребер. И мы чувствуем, что мы расталкиваем руки и в стороны, и важно большие. И пальцы как бы немножко назад, что у вас расширяется и бока, и спина, если можете, и бока, и спина, и живот. Вдыхаем, а выдох немножко медленнее, чем вдох. Вот это вы можете сделать в любом состоянии. Можете когда даже немножко вот чуть-чуть спину, поясницу выгибать назад, как кошка. То есть убирать поясничный лордоз, чтобы вдохнуть почками в идеале. Теперь попробуйте вдохнуть поясницей. А теперь на всю полноту грудной клеткой и выдохнуть. И еще раз. Как сейчас ощущения? Спокойней? Свободней? Окей. Теперь несколько довольно забавных старых эзотерических практик.
Значит, первая часть такая. Растерли ладони, чтобы были теплые. Прикрыли глаза, поднесли ладони к лицу, чтобы чувствовать тепло от ладони на лице. Теперь представляем себе, что ваше лицо – это воск, а две ладони – это две свечи. И вот тепло из ладоней входит в лицо и начинает его растапливать. Почувствуйте, что лицо становится вот растекаться. Стекают брови. Ваше не лицо, оно восковая маска. Стекает нос, стекают губы. Все лицо стало восковым, и куда-то стекло, 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 стекло. Расслабление по стихии Земля. Стекло, 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 стекло. То есть проходит внутрь все, лицо восковая маска. Теперь улыбнитесь и подумайте о ком-то и чем-то, что вы любите. За что вы благодарны кому-то. Что вот у вас родилась некая благодарность, и на этом восковом лице, которое стало бесформенным, проявляется улыбка. И эта улыбка вылепляет нос, вылепляет глаза, вылепляет брови, вылепляет новую кожу, вылепляет все остальное. И на стекшем лице вылепилась новая, но уже позитивная эмоция. Как ощущение? Приятно? Изменилось что-то? Следующая часть более веселая. Значит, в ряде старых традиционных систем дзенских человеку иногда доказывали, что у него нет головы. Вот. Ну, потому что мы говорили, где же находится твоя голова? Он говорит, голова находится, ну, там, типа, в сознании, а сознание где? В голове. То есть, ну, в результате там было некоторый ряд интеллектуальных игр, где человек приходил к выводу, что у него головы на самом деле нет. Да? Ну, примерно там сказать, чтобы немножко его расфиксировать. Мы делаем такую вещь сейчас. Помните, был в Гарри Поттере этот почти безголовый Ник. Помните, что в эзотерических традициях часто человека рассматривают как всадника, а тело как лошадь, да? Сейчас мы будем играть с вами во всадника без головы. Поставили руки. И, то есть, если вы умеете, почувствуйте контакт вот между руками и головой, то есть, допустим, ощутили, как поле рук пронизывает всю голову. Теперь смотрите, до шеи. Теперь мысленно. Вот всю голову сняли. Почувствовали, что вы сняли голову, голова между рук. На месте головы пустота. Вот этой пустотой дышим, вдыхаем свет. И выдыхаем. Но голову концентрируемся, что держим в руках. Вдыхаем свет, выдыхаем. На месте головы может сформироваться или пустота, или шар света. Ощутите радость вот этой безголовости, а потом верните голову на место. Как ощущение? Кому понравилось быть без головы? Вот. Игры сознания. А про что в этой жизни мы можем сказать, что это не игра сознания? Приведите мне пример.
что не является в той или иной мере игрой сознания. Нет, конечно, если человек там бить молотком по пальцам, он может сказать, что это не игра сознания. Но... Что у нас есть еще, кроме игр сознания? Вот. Любые эмоции тоже игры сознания, да? Физиология. Угу. Но где мы разделим? Поэтому мы можем контролировать содержание своего сознания, воздействуя на физиологию, или воздействуя на само сознание, верно? Вот. Что мы и делаем? Мы воздействуем на физиологию, снимая напряжение. Мы воздействуем на физиологию, изменяя дыхание. Убирая мысленно голову, мы меняем привычную соматическую карту в мозгу. И, соответственно, за счет этого меняем психологическое состояние, то есть его физиологическую компоненту. Вот. Если, то есть, удобно, конечно, можно найти этому нейрологическое объяснение. Более того, да, мы можем здесь поговорить про гомункулус Пенфилда, про согласованную карту мира и так далее. Но вот человеку, которому нужно поменять настроение, то есть это все часто совершенно не нужно, а техника это помогает за пару минут. Следующая часть, другая вот работа. Поставили руки вокруг головы. Ощутили, да, так сказать, контакт. Сняли голову, как некий фантом. Держим ее в руке. Смотрим на нее внутренним взором. Вам захочется в этом фантоме головы что-то размять. Вот сунули руки, где у вас челюсти. Сделали их мягкими. Сунули руки, где у вас, зубы. Сделали мягкими, там, да, десна. Там, сказать, размяли себе на фантоме глаза. Размяли макушку. Размяли там зону затылка и третьего глаза. Размяли. Чувствуете где-то какие-то темные области. Убрали. Вернули этот фантом на голову. Как ощущение? Вот. Вот Станиславский, кстати, здесь вы знаете, то есть, что книга Станиславского «Работа актера над собой», она замечательный учебник по психотехникам раджа-йоги. Станиславский, поймите, да, то есть, на самом деле все знают, что практически культурные люди, что почти вся современная йога родилась там, чуть больше 100 лет назад, не было никакой там великой традиции йоги, то есть в той форме, в которой мы ее знаем. Как и цигуна не было в той форме, в которой мы ее знаем, до 60-х годов. То есть это поздние компиляции. Так вот, Станиславский очень много работал с книгами Рамачараки. Был такой Аткинсон, который писал, что он там йога Рамачарака. То есть хорошие книги. И Станиславский использовал очень много техник того, что он считал раджа-йогой, и собственных разработок. Вот. И техники эти были очень хороши. Вот. И остаются актуальными. Вот. То есть на всех континентах, да, вплоть до вот, да, от Израиля до штата Нью-Йорк все века. То есть поэтому, да, у Станиславского, кстати, техники Станиславского как способы работы над собой, они замечательны. Более того, мало кто занимается проработкой, работой осознанной. Кто занимается осознанным управлением своими эмоциями? Психологи, актеры, там, ораторы.
эзотерики, ну, как бы, то есть, вот, то есть, но это как бы, то есть, они, собственно, не зря использовали часть традиционных психотехник. Да, другая великая школа актерская там построена на идеях Михаила Чехова, который, там сказать, да, был учеником Штайнера. Поэтому, то есть, вот просто кому-то эти техники знакомы из других источников. Хорошо, следующая штука. Взяли грудину, также мысленно, вытащили ее, фантом, размяли фантом грудины, и вернули на место. Потом берем себя за позвоночник. Вот его мысленно тоже фантом поставили перед собой. Промассировали себе позвоночник. Промассировали, если поставили фантом своей спины. И вернули. И у вас будет совершенно другое ощущение в теле. Как оно работает? Ну, это либо нужно читать долгую сложную лекцию по нейробиологии, которая все равно, несмотря на все современные, то есть вещи, является всего лишь моделью. Вот. Либо сказать, что совершенно не важно, потому что оно работает. Есть большое количество вещей, которые мы не понимаем. Вот смотрите, Заряна. Вы можете перевести внимание с одной точки тела на другую. Или там с одной мысли на другую. Легко. Но понимаете ли вы, как это работает? Как вы можете переводить внимание с одной мысли на другую? То есть глубинная, да, его суть. Ну, то есть не думаю, что кто-либо понимает. Ну, в общем-то, нам иногда и не нужно. Хорошо. Как вам сейчас? Лучше? Да, можно работать и крестец, да, и работать со всей, и так поработать с фантомом с любой зоной. Просто у нас сейчас на это недостаточно времени, конечно. То, что вы воспринимаете как свое тело, является результатом того, что ваше тело строится. В голове есть некоторая карта тела. У вас приходят сигналы от рук, от ног, от головы. Сигналы это приходят, поскольку как бы нервы разной длины с разной скоростью на разные зоны. Ваше сознание из всего этого синтезирует то, что вы называете образ тела. Часть этих вещей вы видели, часть вы достраиваете. То, что вы считаете, что есть некое незыблемое тело, это конструкт. Ваше тело – конструкт сознания. То есть, используя определенные визуализации и, там сказать, там некоторые тактильные действия, вы управляете схемой тела и можете достаточно эффективно через это управлять своим состоянием. Вот, хорошо. Вот это из таких простых вещей. Вот. Можно сделать еще такую вещь. Смотрите. Вот. Возьмите себя за голову и ее отставьте в сторону. Возьмите себя за туловище и его отставьте в другую сторону. Или можно голову в одну сторону, туловище в другую, но лучше в одну и ту же. И вот здесь у вас на месте головы и туловища остается некая пустота. И вот в этой пустоте подумайте о чем-то, что вы любите, или кого вы любите, или просто почувствуйте, как хорошо быть пустотой. А потом верните голову и тело на место. Ну, кто почувствовал, что приятно быть пустотой? Теперь смотрите. Делаем еще раз. Отодвинули голову и оставили ее в стороне.
Отодвинули туловище. Закрыли глаза. Держим голову и туловище вот в руке. Я попрошу вас вспомнить состояние сна без сновидений. Иногда вы спали, и вам говорят, что вам сегодня снилось. Вы говорите, ничего. Я говорю, какое оно было цвета? Вы говорите, там нет цвета. Черное? Нет, там даже нет черноты. А там были звуки или была тишина? Там нет ни звуков, ни тишины. Там, может быть, была память? Там нет памяти. Там было планирование? Там нет планирования. Там были запахи? Там не было запаха, не было их отсутствия. Сколько времени оно длилось? Там нет времени. Оно большое или маленькое? Там нет пространства. Нет времени. Нет пространства. Нет цвета. Нет света. Нет размера. Нет звуков. Нет тишины. Нет планирования. Нет памяти. Нет попытки чему-то сопротивляться или что-то принять. Нет внимания на чем-то конкретном или направления внимания. Нет тела. Вы такое самосознающая пустота. И просто будьте ей. Неизвестно, сколько времени она продолжается. Секунды, мгновения, там нет понятия времени. И из этой пустоты возникните заново. Вот. В более счастливом варианте здесь и сейчас. И как вам? Можно не возникать? Да зачем возникать? На самом деле вас никогда и нет. Вы всегда этой пустотой являетесь. Если вы будете помнить, что вы всегда являетесь и этой пустотой, и одновременно собой, то теоретически достигнете состояния освобожденного при жизни. Дальше по желанию. Но можно не возникать, то есть вот вам короткий анекдот в завершение. Причем тут расщепление? Здесь нет расщепления. Здесь просто есть множественное существование. Ну, вот то, о чем вы говорите, как состояние игры. Если вы понимаете, что вы актер, и зритель, и режиссер, и кто-то за ними, вы же не расщепляетесь. Вы просто удерживаете позицию одновременной трансцендентности относительно происходящего. Вот. Идет динозавр вот, по лесу. Встречает льва, говорит, ты кто? Говорит, лев. Хорошо, говорит, придешь сегодня ко мне на завтрак, я тебя съем. Вопросы есть? Нет. Идет лев дальше, встречает медведя, говорит, ты кто? Говорит, медведь, придешь ко мне на обед, я тебя съем. Вопросы есть? Говорит, нет. Идет дальше, встречает зайца. Говорит, ты кто, заяц? Придешь ко мне на ужин, я тебя съем. Вопросы есть? Есть. Какие? Можно не приходить? Можно. Зайца вычеркиваем. Вот. Так что, если хотите не возникать, не возникайте. Если вам кто-то говорит, что у вас там есть обязательно вот место в каком-то колесе сансары, вот, вы можете спросить, а можно на этом колесе не кататься? Да, полезно задавать вопрос. Я думаю, что да, можно сказать, что вот это состояние чистого наблюдателя, чистого свидетеля, вот этого witness, да, то есть вот хорошее слово. Вот, хорошее слово witnessing, да, то есть вот, думаю, да, что если вы вот этого состояния достигаете, вот, то вот, по крайней мере, скажем так, я думаю, что это состояние, это про это, про чистое сознание, которое, ну, над личностью. У Глема в Голем 14 была прекрасная фраза, что я, говорит, как сознание, не являюсь какой-нибудь, если сравнить меня, я, говорит, являюсь сознанием, но не личностью. Что если, говорит, брать с точки зрения аналогии, то я не Амазонка, не Волга, не Миссисипи, а вода. Что ж, мы поделали с вами какие-то простые традиционные психотехники. Сейчас мы пойдем дальше, там сказать, те, кто на курсе по воле и намерениям, мы продолжим курс. Вот, я думаю, что я выложу эту запись.
эти техники будут с вами и со всеми, кому они нужны. То есть на самом деле мы здесь в некоторой адаптации поделали кучу вещей из разных традиционных систем, но они вполне работают, даже если вы их не называете традиционными именами. Если здесь вдруг сегодня были те, кто со мной не знаком, то там есть всякие мои там телеграммы, инстаграмы и так далее. Если вдруг вы в результате всего происходящего нуждаетесь в какой-то дополнительной помощи, и того, что я дал, недостаточно, чтобы улучшить ваше состояние, пишите или задавайте вопросы, я, ну, то есть, или помогу чем-то лично вам, или выложу какие-то видео еще по каким-то соответствующим техникам. Вот. Мне кажется, что вот основная идея техник, которые нам нужны сегодня, что нам нужно что-то простое. Что-то, что вы можете делать в любом состоянии. Вот. Что ж, вот всех с праздником Пурим, который у нас сейчас. Вот. И пойдемте заниматься волей и намерением тех, кто на курсе. Всего волшебного. До свидания. Да пребудет с вами сила и радость.